музыка жуткая. Одна бутылка, две банки, голова слева. Две линейки. Блин, 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 блин. Всего 5 голов аниматроников. Надо запомнить. Над глазами. Это что, это не справа с камеры? Боже! Эй, друзья, всем море привета, всем бугагашечки, Нептун здесь, и это рубрика «Инди-ужастики». Сегодня поиграем в игрушку «Спектатор». Это одна из тех игр, где мы должны сидеть за монитором, смотреть там разные, ну, записи с видеокамер и искать паранормальные явления, их фиксировать, отправлять отчеты, ну и так далее. Вы по-любому слышали аналоги подобных игр, типа Dead Watch или My Observation Duty, там куча частей. Вот эта игра в этом жанре. Но отличает ее от большинства других то, что здесь очень много разных уровней, совершенно различных в разных игровых вселенных. Давайте глянем. Ну, Backrooms, представляете? Мы будем смотреть на камерах в закулисье. Asylum. Не знаю, что там может быть. Что-то, видимо, с психушкой связано. Forest. А знаете, здесь есть Slender. И за ним тоже можно наблюдать. Пиццерия. Ну, тут все понятно. Тут FNAF. Paranormal House. Паранормальный дом. Ну, там, наверное, скорее всего, стандартные паранормальные штуки. И Factory. Завод или фабрика. Это, может быть, отсылочка на Банбана, например, ну или на Хаги-Ваги. Здорово, да? Давайте посмотрим сюжет. 6 дней, каждый день видим по одному уровню. Давайте первый. Начнем с закулисья. Главное освоиться здесь. Самое главное — это понять принцип, механику игры, ну а также запомнить все камеры. О. Тут еще можно ходить. Да, кстати, друзья, в Стиме очень положительные отзывы, так что я думаю, что это будет очень весело и прикольно. Пикничок, приятного аппетита. Это можно открывать? Можно открывать? Это такое? А, гайд по аномалии. Так, можно повертеть. А как мне его открыть? Или не надо пока открывать? Рановато. Собственно, это моя берлога, я здесь, видимо, сплю. Где я нахожусь, непонятно. Но меня напрягают решетки. Так, выйти мы туда не можем, да? Интересно, аномалии какие-нибудь у меня за дверью могут быть? У меня нет горячей воды. Вот это аномалия. Ладно, давайте посмотрим. Эй, а где перевод? В меню, главное, есть. Ладно, короче, использую компьютер, чтобы выполнить работу. Второе, нужно кушать. Eat. И третье, нужно, ну, давать отчеты о любых всяких странных хреней. Хренотенях. Это моя текущая задача. Ну, собственно, давайте попробуем. А где перевод? Короче, смотрите, нужно все аномалии найти. Время 6, до 6 выживать. Есть аномалия фотографии, аномалия кровь, дверь открылась, световая аномалия. Экстра-объект, то есть, когда объект продублировался, я так понимаю, да? Резайз, когда объект изменился в размерах. Прочие аномалии, под знаком вопроса. Камера malfunction, то есть, помехи, рябь и прочее. Что-то там есть еще. О, вот это перевод. Ну, хотя бы переведели. Спасибо большое. Чел сидит, короче, в костюме, смотрите, в этом комбинезоне. Что-то там делает. Или это я? Просто не знаю, это чел, и я за ним наблюдаю, или это я как бы сам себя со стороны смотрю. Так, а можно как-то просто посмотреть по сторонам? В этой игрушке в Dead Watch было очень классно сделано, то есть там можно было смотреть по сторонам, и какой-нибудь шорох такой, ты раз так оборачиваешься там где-нибудь за кроватью или за шкафом, кто-то сидит. Это было очень круто. Наверху лупа и нолик. Хз, что это означает? Так. Крестик — это просто выйти в меню. Ну, нужно изучать карту. Пока что... О, там чел стоит с сундуком. Это нормально? Это наш? Или это аномалия? Вот он, кстати, да? Да, за зеленой ширмочкой, смотрите. Здесь лучше видно. Ну, так как я пока еще не знаю карту и многих вещей, то не знаю, что тут продублировалось, что изменилось в плане размеров. Вот Азика 2. Продублировались ли они? Один огнетушитель. Пока что будем изучать и определять самые такие очевидные аномалии, да, там кровь какая-нибудь, черные следы. А дверь приоткрыта. Она была открыта или нет? Вот, открытие-закрытие, к примеру. Чик. Здесь, да? Но дверь открытая.
Была ли она изначально открыта? Проверим сейчас. Нет аномалии. Ну да, это, скорее всего, я наблюдаю за ними. Потому что здесь несколько, видимо, в закулисье работают несколько работников. Открылся ли чемодан или нет? Банки, блин, надо банки считать. Сколько всего банок? Красная дверь, подожди, была или нет? Черт, я не помню, или не было? По-моему, не было. Может быть, это лишний объект здесь? Две кастрюльки, были ли они изначально? Два, короче, каких-то там устройств на заднем плане. Нет такой аномалии. Два тазика, четыре стула, один огнетушитель. Две желтых баночки. Тут что может быть? Бутылка. Стоит одна. Три кровати. Одно ведро. Один челик. Челик только аккуратно. Их, интересно, могут убить? Дверь по-прежнему приоткрыта. Два стула, один большой стол, два дивана. Лампа смотрит примерно сюда. Прожектор тоже работает. Опа, 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 опа. Пошло, пошло, пошла жара. Пошла жареха. Так. Неисправность камеры. Ну-ка, давайте проверим. Она прям двигается, смотрите. Балдёж. Есть контакт. Аномалия исправлена. Одна аптечка, одна бутылка. Запомнили? А, вот сверху это подсчет исправленных аномалий. Одна стопка бумаг. Один желтый ящик. Две коробки. Шесть, семь банок. Семь банок. Здесь как-то пустовато снизу, как будто что-то было, да исчезло. Как вы думаете, может ли такое быть? О, в тазиках появилась кровь. Так, это у нас кровь, да? Ну это может еще экстра объект быть? Ну типа объект появился, которого не было. Есть, исправили. Изменение размера. Но вот это вот проблема будет, я... Размеры-то особо ты не запомнил. Одна бутылка, одно ведро, три кровати, одна-две коробки. Пока что все неплохо. Ну, у меня еще сложность стоит норма. Может быть, поставить сложность побольше? Тогда, собственно, будет больше аномалий. Летающий диван. По-моему, это не очень круто. А как это? Как это? Подождите. Кровь, открытие, закрытие, аномалий, лишний объект. Перемещение, наверное? Ну, перемещение, я так понимаю, что это когда объект телепортируется с одного места на другое. А это-то что? Ага. Это и было перемещение. Все, мы ее справили. Вот оно сверху. Видите, это шкала. Все, я понял, для чего она работает и как она работает. То есть она показывает наличие аномалии. Чем чаще, видите, бьется вот эта вот эта волна, тем, чем она больше, тем больше аномалий. Здесь не написано, как в Observation Duty, типа, у вас слишком много аномалий. Здесь мы будем ссылаться на график. Надо за ним смотреть, следить. О, стул пропал. Исчезновение. Тут стояло 4 стула, это я запомнил точно. О, смотрите, 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 как у меня пошла эта волна, жесть. Где-то появилась аномалия. Где-то, но я ее не увидел. Сейчас мы... Кровь появилась. Чувак, чувак, ты стоишь, вот ты не заметил, что тут кровь? Прямо из шкафа. Куда ты в коридор? Это, видимо, местный лагерь, видите, в закулисье. Они поставили здесь палатку, чтобы ночевать, как-то спать. А стула, кровать. Может, кровать поменялась? Может, она по-другому стояла? Огнетушитель здесь был? Что-то я не помню, чтобы там был огнетушитель. Ну, пусть будет лишний объект. А может быть, он и был там. Фиг его знает. Самое интересное, до скольки мне выживать? Так, у нас там... Аж трясет, смотрите, волны. Что-то где-то поменялось. Лестницу сейчас... Только сейчас на нее обратил внимание. Где что, огнетушитель?
Черт, я ни хрена не вижу. Что где появилось? Может, размер изменился? Давайте вот изменение размера сделаем вот здесь. Может быть, какой-то из этих ящиков стал побольше. Здесь очень много ящиков, все, что может, может здесь что угодно быть изменением. Ну, изменено. Сейчас сдохну, по ходу дела. Ну, ладно, хотя бы узнаем, как мы умираем. Тара-па-па-ра-пам. Вот эту игру классно играть на стриме. Все, я умер. Мы нашли 5 аномалий. Ну, хоть бы написали, где что мы там пропустили. Вот так-то. В закулисье слишком много аномалий. А давайте в пиццерию пойдем. Просто ради интереса посмотрим, как выглядит выживание в пиццерии Фредди. О, смотрите. Охранник сидит. Кто это, Майк Шмидт? Фриц? Кто это? Кто это? Ну, давайте посмотрим. Это прям каноничный офис из первой части. Ну, разве что плакатики другие. Это Бонни? Он прямо на меня, смотри, глазами смотрит. Нормально? Это аномалия? Или не аномалия? Бонни вообще похоже больше на... Не на Бонни, а скорее на Кэнди и на Синди. Камеры почти такие же. Как и во ФНАФе, только наполненность другая. Ну, может быть, чтобы авторских прав не было. Разработчик так схитрил. Кухня. На удивление работает. Обычно не работает. Но нужно прям все запоминать. Правый коридор. Да и в принципе все. Фредди здесь нет. Тоже, опять же, чтобы не было авторских прав. Ну и так понятно, к чему здесь дело идет, да? Ну, давайте посмотрим. Один подарок, 2 колпака, 3. Везде по 3 колпака. Ну, по крайней мере, на первых 2 столах. Ну, просто 2 маленьких и белых, и 1 красный. Один подарок, но в том числе нет подарка. Он держит микрофон, держит руку наверху. Музыка жуткая. 1 бутылка, 2 банки, голова слева. 2 линейки. Блин, 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 блин. Всего 5 голов аниматроников. Надо запомнить. Над глазами. Это что, это не справа с камеры? Боже! Ты чё, тупая обезьяна? Это или это не... А что это? Это другое, наверное. Лишний объект. Ребут? Перезагружаемся. Жесть. А что? Это не подходит ни под что. Слышите звук? Он куда-то убежал, по ходу дела. Так, дверь закрылась. Она была, по-моему, открыта, да? По-моему, дверь была слегка приоткрыта. Может быть, я не прав, но, по-моему, да. Нет. Значит, я был не прав. Ага-ха. Здесь у нас что? Ничего не поменялось. Так. Ну, волна пока очень маленькая. Значит, здесь большая шляпа в середине, а там шляпа с края. Один подарок, все на месте. Во, видите? Шкала увеличилась. Что-то должно поменяться где-то. А здесь тоже может что-то поменяться, да? Или нет? Блин, звонки еще надо смотреть, запоминать. Здесь, вот здесь вообще ничего не, не запоминал. А, вот здесь что-то... Линейки исчезли, исчезновение объекта. Вот, исчезновение. Здесь, по-моему, были линейки, они пропали. Надо еще смотреть на всякие картины, на плакаты, потому что это тоже аномалия. Я ничего не вижу. А звуки должны быть какие-нибудь? Ну, типа, как аномалия. Звуки, страшные звуки. Мега крутая аномалия. Фонарик? Окей, по-моему, это лишний объект. Слушайте, балдежная игрушка. В смысле, а что это? Ну, световая, например. Может, он лежал, просто не обращал на него внимания? Но он просто не работал. А сейчас работает. Да, это световая аномалия. Вторая часть выходит, кстати говоря. Совсем скоро. Так, где пицца здесь? Пицца здесь. Что-то непонятное. Кружек. Сколько было всего изначально?
аномалии начинают шалить. Аномалии начинают жестко шалить. Блин, придется... Что это? Другое? Опять это обезьяна! Тупая обезьяна! Хватит, уйди! Да, это другое. Я исправил аномалию. То есть помимо самих аномалий, здесь еще приходят какие-то странные аниматроники, пытаются убить нашего бедного охранника. 5 аномалий исправлены. Вот здесь тоже что-то должно быть. Что-то, что я на что не обращаю внимания. Давайте исчезновение, может что-то исчезло. Сейчас наугад потыкаем здесь и успокоимся. 5-6 кружек всего. Так, исчезновения здесь не было. Может быть, перемещение какого-то предмета произошло в этой комнате? За столько времени здесь не было ни одной аномалии. Это странно. Не верю я в это. Тоже нет. Может быть, изменение размера? Если это все не будет, значит, запомнил, как здесь все есть. Оно типа изначально. Ну да. Может, лишний объект? Это еще может быть. Давай. Нет, все. Значит, вот как здесь, так и должно быть. 6 кружек, 1... Что там? Соус какой-то. 2 коробки здесь, тарелки здесь, 2 коробки в холодильнике. Хорошо. То же самое, уже здесь... Ох ты, у меня там аномалии пошли. Опа. Опа! Неисправность камеры. Офигеть! За ним кто-то наблюдает прямо со стороны. А там камера тоже приблизилась, кстати, к Бонни. Все, справились. Нормально. Вот здесь странно. Так, подождите, давайте, неисправность камеры. Ну, это же камера, да? Или перемещение объекта? Ну, типа, камера перенеслась к этому челу. Ну, хотя да, это все равно так или иначе камера. Чуть-чуть исправили. Да, другое. Опять это мерзкая обезьяна. Может, нужно переключить? Да. Вот мы переключили. Возвращаемся. Да, его нет. А если долго на него смотреть, получается, что он у меня крашит изображение, и мне нужно делать ребут. Давайте вот здесь пройдемся. Лишний объект, перемещение, исчезновение и изменение размера. Потому что здесь очень много мелких объектов, я их, вам не выучу. Перемещение. Я не знаю даже, до скольки здесь выживать-то будем. Исчезновение. Блин, классный ФНАФ. О, я уже по привычке говорю ФНАФ-пародия. Классный ужастик. Нет. Изменение размера. Ну и все, в принципе. Если это ничего не подойдет, то значит здесь чистенько. Надо запомнить будет. Ну, а все нормально. 2 плаката. Так, лопата, 1 пара ботинок. Наверху 1 коробка, снизу 2. Ну, блин, тут слишком много мелких деталей. Не факт, что я такое прям запомню. Пока что... Ох, смотрите, кровь. Чел, у тебя под ногами кровь. Ты вообще замечаешь, нет? Ты хоть что там делаешь? Ты следишь за камерами или я? Или это... подожди, или это мой кабинет? Возможно, это я сам за себя играю? Тут все на месте. Тарелки, 2 пиццы там, 2 пиццы тут. А, картинка. Пицца стала жуткой, смотрите. Какая-то прогнившая, там какие-то тела, вены. Фу! А там была нормальная пицца. Во, видите, вот теперь нормальная пицца. Все хорошо, все нормально, выжили. Отпечатки. Жуткие, кровавые отпечатки. Но если это не кровавое, значит, это может быть что-то другое. Но вроде как отпечатки появились на столе. Жесть. Так, аномалия исправлена. Замечательно. Замурчательно. Давайте вот здесь тоже пройдемся. Может, какой-то лишний объект появился. Может, стаканчика не было здесь. Хотя он должен быть. Это же ФНАФ. Точнее, ФНАФ офис. Там всегда... Что? Еда? Ее не было там? А я думал, он просто хавал за столом. Это была не его еда. Она к нему телепортировалась.
кастрюля появилась кровь. Полная кастрюля крови. Какая жесть. Вопрос, знаете, в чем? Вопрос в том... сколько мне нужно выживать? Банка, вот, смотрите, вот это реально изменение размера. Одна банка стала больше, чем другая. Звуки реально напрягают, они такие жуткие. Прям давит. Балдеж, ой, балдеж. Так, опа, 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 опа. А кто это открыл подарочек? А кто этот подарок открыл? Это у нас что? Ну, наверное, перемещение. И еще стол пропал, смотрите снизу. Тут стоял стол, я помню. И там было две этих... Два колпака. Ну, допустим... А вот коробка открылась, это что? Это не... Ну, давайте сначала исчезновение сделаем. Потому что стол исчез. А вот коробку открыли, это как? Может, это другое? Или, подожди, открытие-закрытие, может быть? Оно не только к дверям относится, да? Может быть, открытие-закрытие относится и ко всему, например, к коробкам. Давайте проверим. Может быть, нужно найти, например, 20 аномалий, тогда мы выиграем. К примеру, так, все, здесь мы все исправили. Двери мы закрыли, здесь у нас все вроде бы на месте. Лопата уменьшилась. Она была больше. Во много раз она была больше. Ай, хейт, смотрите, надпись кровью на стене. Хейт, ненависть. Кто-то здесь меня сильно ненавидит. Давайте кровь сделаем. И мы, скорее всего, может, уже почти затащим. Неудивительно, что я сколько ФНАФа снял, именно эта карта мне... О, видите, как хорошо. Я же давно это была надпись? Что я ее как-то даже пропустил. Так, ну допустим, камера стала вплотную к холодильнику. Аномалия зашкаливает, жесть! И, кстати, пол шестого. Как я понял, выживать все-таки нам нужно до 6. Я стал совсем чуть-чуть. 36 уже. 37. 22 аномалии нашел, представляете? Такие жуткие звуки здесь. Что-то где-то я пропускаю. Я уверен, что есть еще как минимум 2 аномалии здесь. Но я... Вот опять. Опять зашкаливает все. Ну-н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 у, не надо. То где? Маска появилась. Лишний объект. Вон, видите, жуткая маска посередине. Ее не было раньше. Е, аномалия справленная. Что еще может быть? Может быть, изменение размера здесь, где-нибудь что-нибудь изменилось? На вдруг, на вдруг. Так, ладно, хорошо. У нас опять где-то появилась жуткая аномалия. 58. 59. А, коробка появилась, лишний объект. Да! Ну там была, видели, коробка из-под пиццы появилась. Нужно было просто лишний объект нажать. Нашел 23 аномалии. И паранормальный дом. Это, видимо, по умолчанию следующая карта включилась. Парапам, парапам. Балдеж. Классно. Графика в игре хорошая. Вот что-что, а графика в игре очень прикольная. Смотрите, приборчики из этого, из фазмофобии. Вообще, скорее всего, это на фазмофобию отсылочка, да? Да, предметы из фазмы все практически. Ну, из подобных игрушек, да? Камеры вот стоят на штативе, видите? Как в фазме прям. Мы делаем. Приборчики те же самые. Да, это фазма. Вот этот, ну, этот голографический, короче, прожектор, проектор, где, помните, белые призраки прибегают. Ладно, давайте в главную менюшку. Дальше быстренько посмотрим, какие есть другие. Азалым, например. Какие есть вообще, в принципе, здесь карты. На этом я буду свой обзорный видосик закрывать, завершать. Так, психушка, чел сидит, смотрит на себя же. Круто. Обеденный зал, ванны, душевые, туалеты.
холл и, видимо, вход в подвал. Почему-то, видимо, какие-то учебные кабинеты. Медсестра. Что тут делает? Картины жуткие. Что у нее лицо страшное. Ну и, собственно, все. Так, давайте посмотрим, какие есть еще уровни залы. Форест, лес. Вот здесь должен быть Слендер. Я видел на скриншотах, кстати, что на некоторых уровнях реально появляются вот эти вот персонажи. Например, та самая бактерия могла появиться в закулисье. Довольно мрачно. Небольшая лесная местность. Это что-то вроде оранжереи. Пропал без вести. Мальчик. И эти кустовые такие лабиринты, смотрите, зеленые, да, из зелени. Кладбище. Огромный гроб. И прямо где-то Слендер стоит. Стоит, блин. Где-нибудь там меж деревьев, да? Заброшенный домик. Аномалия, судя по волнам, уже где-то появилась. По крайней мере, одна. Блин, классно. Ну, звуки в этой игре прям шикарные. Так, ну и последний уровень давайте. Вот мы все посмотрели, в принципе. Давайте завод, ну, фабрику. Глянем одним глазочком на этот уровень. Напоследок. Игрушка хорошая, друзья. Всем советую. Ссылочка на Steam-страничку будет в описании, если что. Ну, Play, да, это Хагусы Вагусы, я понял, да. Такие синие волосатые. Ну что это еще может быть, как не Хагус Вагус? Play. Давайте играть. Чел, у тебя монитор барахлит. Исправь. Паровозик. Хагусы Вагусы. И игрушки, видите, из них что-то повылезало. Опять же, как маленькие хаги-ваги. Дырки кругленькие, да, из которых, помните, что-то вылазило. Разноцветные хагусы-вагусы. Ну, в принципе, прикольно. Слушайте, контента здесь немало. Каждый уровень отличается друг от друга. Аномалии будут разные. Ну и, возможно, появляться существа будут разные. Но еще и сюжет надо проходить. Ведь там все-таки в этой игре, как ни странно, есть сюжет. Ну, на этом, я думаю, что можно завершать видосик. Напоминаю, что ссылочка на эту игрушку есть в описании. Большое спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также в описании найдете ссылочки на мой телеграм-канал, на мой Дзен, на мою группу ВКонтакте, на прочие социальные сети, типа Одноклассники, Фейсбук и так далее. Подписывайтесь, буду рад. Всем пока-пока!